А А мне уже было бы суманули. кайф. Сейчас досуманиваем всех и это. Башим. Айнован, тебе ботинки нужны? Тыкайте на сумму, чего стоите. Айнован же холик. Ну тут ботинки на там ботинки на холика как раз топовые. А, я про это думал. То, что меткой скрыт вроде, на ретрика, которую думал. И речь про холика. Так, Биг Дэм, я что-то забыл про твоего этого, как он называется. Давай тут 1000 отнимем, 1000 вару дадим. А имеем, он всегда был в PvP, это хуевое сейчас. Не знаю. Я просто забыл переодеться. Просто переодеться. Хорошо, что напомнил. Короче, остальные что-то не сумонятся, пошли ебашить. Что за маг у тебя там, Нура, есть? Тоже приодеться надо. Или сильный? Ну да, ну заходи, конечно. Там, если вдруг хуёво будет, там на мейнов зайдем, если хуёво будет. Я тоже планирую в будущем какого-нибудь твинка одевать. Вообще с вара хочу начать, шестой персонаж. Гильзы кастеров не хватает, он на милик заходит. Так он танком. Я еще пока не создал, не знаю даже. Наши протиков по поведению ты пойдет. Да не, тема не очень. Я уже проверил это все. Хуета. Триник нету. ПВЕшных ПВП, поэтому все залупа. Не, ну есть же кольца там, шея. Да это херня. Плюс ПВПшный все-таки. Вар волка был. Хорош только тем, что триньки и шмот там, когда его одеваешь, он компенсировал косяки все его. А тут без триньек вообще, короче, жопа. Не, ну ты одевал его в этот ПВЕ шмот? Или нет? Или ты в ПВП шмоте пробовал? Ну, конечно, конечно в ПВЕ. Но у него там другая тема. Он когда врез заобужен и ПВЕ триньки на нем некоторые, это лучше, короче, профит из него там идет. А здесь так нельзя делать. Здесь только триньки. ПВЕ шмот-то может. Ну, триньки дохуя решают. Понимаешь, там танковская, которая на абсорб там и так далее. Все вот эти.
Я бегал с одним парнем, зовут его Никса. Он прот, пар. Он троих развалил. Ну, можешь его чекнуть. Личи. Посмотри его, чекни. Никса. Где он развалил? Да. В Аутодоре развалил? Он нас Зуламан так развалил, я охуел. У него, наверное, таланты были ПВПшные, поэтому... Ну, он протворит. Талант разваливать рейды, да, нахуй? Один на один он пускай порегает там, хотя бы там с 2К арены. Его там все развалят. Не, ну ты на, ну какой прот пал, протвар в 2200 выше идет, ну блядь. Ну я до 2К играю сейчас, но... вот, без шмота. Ну выше там, с хилами, ты, ну, тебе делать там нечего. Я про один на один сейчас говорю. Ну тут еще мобы, блядь, смотрите. Один на один? С слишком много спулили, мне кажется, ребята. Давайте танки как-то это. Такой сейчас бладами. Я вот этих два забрал. Давайте поконтрольте там, пофиряйте, хуй знает, мобов. Слишком много пробудителей. Вот этих вот зергайте, которые в рейде. Таунтов не хватает на этих пидоров. Сейчас еще одну заберу. А какую еще раз ты брал под эту протвары? Когда что? Только что? Да тут на порота орк только за роду канает. Двор, двор, все. Ну и двор. Вообще это козу надо создавать и все, если ты один на один играешь. Не, козу переделают, в курсе. Там. Не, не в курсе. Пассивки переделают. Точнее, не пассивки, а активки. У варов все просто. Хочешь 2 на 2 бегать? Берешь этого гоблина. Хочешь один на один бегать, берешь козу. Ну ты говоришь, теперь что-то там с козой сделают. Ну, уже вряд ли. Да. Я вот бегал орком до этого, и ничего тоже можно было. У него хильный спил этот переделывает полностью. Он станет не хилить, а абсорбить. Ну, как щиток обычно. Ну там для варов сильно до хера коза была. Своя хилка 30%, козы 25%. И еще из этого, блядь, Парафа, из травничества там еще сколько-то, блядь. Короче, на полностью тебя можно выхилить было. Коза это кто? Дреней. Цирк приехал. Под ебалом там особо не бегаете. То шотник. Да. Я вторую заберу. Да, Вилаша первую сейчас, а ты последнюю. Там рейндж наберите в РДД. А у нас совы нет. А, есть видикон. А на вен помнишь, да, там проценты, как когда что поражать? Бабл на этой на сыкру. На... Лучше скажу. Ладно.
И самое главное, когда эти 30% будет, там рейндж все наберите, чтобы танков не поскладывало. Так, готовься. Нажимай массакру и бабл. Ой, не уроните, блядь, подхильте. Да, рарник минус, да. Рарник минус, ну-ка. Давай, Вилаш, если есть Т4, там... Блядь, вырастает. Так, Хан, ты помнишь, да? Снять исступление надо. Как он называется-то? Усмиряющий выстрел, да, да, точно. Вот, кидай усмиряющий. Хант, Хант, нету такой хуйни у тебя, да? Я понял. Хант, ты тут? Приколе. Он ПЦ не выучил, но... Рано начинать играть от Эссена. Где у тебя смиряющий выстрел на панели? Второй раз уже нету. Он с книжки не нажимается. Ну, у меня зато нажимается. ГП. Квазари пошли, да? Слава же, в азарт вышел. На будущее вытащить на панели все скиллы. Прочитать, что эти скиллы делают, чтобы вы вас не просили там. Во время боя не вытаскивается. Здесь баг такой есть. Это повезло еще, что хилы не АФК. Не на приколе, да? Я видел два раза, первых, два первых исступления не было. Ой, Хант, Хант, ты тут первый раз в этом инсте, что ли? Что тебе еще говорить должны эту хуйню? А второй? Второй уже все, уже, блядь, косячить нельзя. У босса есть дебаф, бафы точнее. Вот он на себя этот баф вешает, ты его должен видеть. Можно бафов насыпать там, этот, подудить ворот. Так, ну вы с какой стороны там поделились? Так, иду запускать. Yes.
перебегайте на ту сторону, только через центр не бегите, босса не спойте. Назойливая мошкара, вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Так, что у нас там? Так, малефицист в тьму. Первая, вторая во тьме остаетесь. Третья, четвертая выходите в свет. Танчит свет и Вилаша. Так. Айновен с бисером остаетесь в свету. Палайт, Синтек и Призан во тьме остаетесь до конца. Так, у нас во тьме и в свету есть Гера, так что нормально. Так, и напомню, так, слезьте с маунтов и напомню, где вам надо стоять на пуле босса, чтобы не оказаться за огненной стеной. Сейчас поставлю метку вам. Вот в квадрат встаньте сюда. Слезьте с маунтов, встаньте в квадрат. А рыбу надо вообще, нет? Может, на диете останемся без рыбы. Поставил рыбу вот возле квадрата. Напомни, что там во тьме, потому что я всегда в свету был. Это кто? Паладин. Палайт. Я играл всегда только кастерами и хилами, и всегда вот в свету. Так, у травнику помощника, но просто бегаешь за кружком. Стоишь сбоку босса, смотришь на кружок, чтобы тебя не порезало лезвие. Метку также на край выносить. С кемпом бегай и выноси метку, и все. Его, конечно, его поставил. Прибежали метеор. Бисер выноси. Заходим со стороны треугольника. Готовимся, скоро будет лезвие. Стоим в кружке, смотрим на кружок. Начинаем двигаться. Что это за залупа? Смотрите, чтобы вас лезвием не порезало, когда будет лезвие. Вот лезвие будет сейчас, смотрите. Шарик не неси только. Ну, нормально. Третья, четвертая на выход. Быстрее, быстрее, быстрее. Акиса вышел, ты что-то не вижу. Акиса, ты третья, пати. А, ты вообще хил, охуеть.
А призн что тогда? Энг? Чё мне не сказали? Призн, иди в свет, выйди. Сука, какого хуя в тьме, блять? Призн, давай Геру в свету. Бисер топовый выносите. Метеор перебежали. Ну чё это за хуйня, сука, вы будете носить до конца или что нахуй? Вы чё, блядь? Палает, блядь. Кружок не видим? А? Не успел. Чё не успел? В кружке стой и всё. В свету как вы сдохли? Бля, я в ахуе просто. Заходим, умираем. Чё в свету было? Сложила танка на перебежке. Почему? Не знаю, ему поражаться надо было, нам пока перебежать. Ай, на вен. Чё, как это так, блядь? 4-4. Как это? Ну, я сдал его, просто чпоньк. Сними диван, сдохни. Сука, не заходите в рейд, сними диван, сдохни. Бой, видишь, сейчас люди будут перезагружать игру по полчаса. Вы чё, блядь? Айновен, как не захилить танка, блядь? Ты в одного захилил. Я все Т4 сдал у него, у меня больше зарядов не оставалось. У него, ну, пробило его очень сильно, чуть-чуть хп осталось, а дальше никто не поднял. А мне костить надо было. Призн, ты в пятой пати для красоты, что ли? Поменял местами вас. Надеюсь, вы не переспекнулись. Киса в хиле. Призан в ДД, да? И чё за хуйня? Вы метку до края не можете донести? Так, сейчас рыбу поставлю. Сейчас, если какая-то залупа с меткой будет, смотрю, кто диспелил, и полтинник летит сразу по ходу боя. Несете до края и там диспелите. Маги сами себя диспелят. Сова сама себя диспелит. Присты сами себя диспелят. Остальные хилы диспелят. Имя имен. Готов? Ем рыбу. Сопрот выпей, Илаш. Бахать. Там больше физуха его убила. До 70% материальности. Перебегайте. Че вы стоите? Палай, Тайновен, Синтек. Все огонь словили. Почему? Чуть-чуть хвостом, да, зацепило. В Гере эта хуйня будет 90 тысяч наносить или 100 тысяч урона. Будет шоток просто. Иди забирай, Ваша. Стороны треугольника заходите. Так, начинаю двигаться, двигаемся. Что-то лезвие забыл.
что за херня? Ты вообще, что ж мне делаешь? Я хуй знает, как я тут попал. Я никуда вроде не кликал. Ну что, БР, может? Или пусть выйдет БРнет. А, не выдержи. Бисер зубы сдашь, поиглашь, если что. 1% фазы готовимся. Торка призом. Охуеть. Третья, четвертая на выход. Травис, треснейшая Айновена. Тима стоп дамаг. Призом вставалка. Если, если встал, скажите, если призом встал. Все, встал, вижу. Давай Геру в свету. Призом. Айновена резнули? Резнули. Все, играйте. Тут полпати там стоит, полпати с другой стороны. Будет метеор, прибегут в одну сторону. Стойте в кружке, главное, во тьме. Вадикон, Виктор, Куресы. На вен выноси, на стресс выноси. Метеор перебежали. Виктор, Куреснули? Чуть не вижу. У Вадикона КД. А, ладно. Так, а киса выноси. Лезвие, готовимся. Топа, давай, выходи в свет. Вот портал спереди. Топа не слышит. А чё ты под дыхание зашел? Ебать, ты приколист, конечно. Киса выноси. Малефицист, выходи в свет. Там подамажишь. Давай Геру во тьме, Акиса. Без наручи нахуй. Неплохие. Без пояс, пояс тоже нормально. Да, и сапоги нахуй пала. Все шмотки крит хаст. Пояс надо кому-то? Шаманам не думаю. Можно портал Долоран, пожалуйста? Так, Павлайт. Спасибо. Так, наручи, тапки. Угу. Ладно, пока. Пока. Так, наручи. По приоритету два носка. Первый ГЦ получается. Так, сейчас я дам 500 ИП. Все, на сегодня все. Завтра ТТГ стоит. Там если с ТТГ, не знаю, ну убьем первых два, потом собаку потравим. Посмотрим, сколько времени. Может ГМХМ пойдем, может не пойдем.